Я недавно их едал, не поймал лишь малость. Только папа мне сказал, просто показалось, поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А спиной можешь? Легко! А, круто! Вот это да! Жалко, Симку не видела. А давайте снимем для Симки кино про Фаера. У меня и фикситап есть камера. Почему же только для Симки? Для всех снимем. Отлично! Я буду бросать мяч, Нолик будет снимать. А мы? А вы будете красивой группой поддержки. Я согласна. И я. Кино появилось больше 100 лет назад, когда изобрели кинопленку. Кинопленка состоит из цепочки маленьких фотографий, кадров. Если кадры быстро просматривать один за другим, то изображение начинает двигаться. Говорят, первые зрители сильно испугались, увидев на экране идущие поезды. Сначала кино было немым, потом научились делать фильмы со звуком. А когда изобрели цветную кинопленку, кино стало разноцветным. Сейчас кино снимают не на пленку, а на цифровые камеры. Почти во всех телефонах и планшетах есть такая камера. Теперь каждый может снять собственное кино и поделиться им с друзьями. Внимание! Снимаю! И оп! Фаер лучше всех! Фаер, снято! Покажи! Оп! Фаер лучше всех! А где мяч? Тут! Нет! Нужно, чтобы мяч был виден! Понял? Поехали! Фаер лучше всех! Ну как? Получилось! А где я? Где-то здесь. И нас нет. Мы что, зря старались? Чёлик, сними так, чтобы все были. Постараюсь. Может, я буду кидать, а Фаер снимать? Нет, Нолик, пусть лучше Фаер кидает, а ты снимай. Фаер тоже не попадает. Попробуй попади, когда все мешают. Это мы-то мешаем. Играть надо уметь. Опять ссоритесь. Кино снимаем. Ого, покажете? Да нечего показывать, одни обрывки. А целиком нет. Ха, это не беда. Можно же сделать монтаж. Что сделать? Фильмы обычно снимают не целиком, а по частям. Причем каждую часть снимают несколько раз из разных точек. Получаются варианты. Потом берут самые удачные кадры из разных вариантов и соединяют их друг с другом. Это и называется монтаж. Монтаж позволяет показать кино то, что не удается снять за один раз. Смотрите, берем начало из этого дубля. Летящий мяч из этого. А мяч в корзине отсюда. И меня со шпули не забудь. А как же? Вот что вышло. Фильм супер! А можно мне попробовать? Пожалуйста! Теперь будет, что профессору показать. И Игреку. И папу с Усмахи. Вот, я тоже
пробовал. Не может быть! Вранье! Не вранье, а монтаж! Нет, вранье! Фаер свой бросок и без монтажа 100 раз сделает, а ты... Ладно, не ссорьтесь! Хотите, я вас всех так бросать научу? Хотим! Тогда пошли! Йо-хо! Ну вот у тебя протестить зубки и ложиться спать. Спокойной ночи.